Здорово, народ, всем отличного настроения. Вы смотрите канал Чайна Гаджетс, и сегодня мы выводим на чистую воду, а также смотрим, на что же действительно способен Realme X3 Super Zoom в большинстве современных игр. Разумеется, с FPS и нагревом все, как вы любите. Аппарат базируется на вполне бодром 855 драконе со знаком плюс, а также имеет экран с частотой обновления в 120 Гц. Так что задел под игр тут однозначно неплохой. Разумеется, выкрутил все улучшайки на максимум, можно сказать, выжил из него все до последней капли, и сейчас я продемонстрирую вам, что же из этого вышло. Ну а если данное видео наберет 2000 лайков, мы сделаем эпичную битву лоб в лоб с любым другим смартфоном, который вы предложите в описании. Так что не забываем прожимать лукасы и писать одобряющие комментарии. Ну а начинаем, как всегда, с 9 асфальта с режимом 60 FPS. Ну и собственно тут никаких сюрпризов. Смартфон прекрасно справляется с этой задачей, нагрева нет, как в принципе лагов с фризами. Картинка плавная и без счетчика FPS, небольшие просадки и вовсе незаметные, играть комфортно. Ну и по классике, для того чтобы найти самую лучшую цену на данный аппарат, мы отправляемся на e-каталог. Тут мы всегда можем получить список актуальных цен буквально из любого интернет-магазина, так еще и с легкостью сможем их отсортировать и выбрать максимально вкусный вариант. Так что если вы предпочитаете экономить не только деньги, но и время, e-каталог — это то, что доктор прописал. Также тут можно с легкостью мониторить динамику изменения цен, чтобы не нарваться на липовые скидки нерадивых продавцов, и попутно отсортировать нужный вариант устройства по цвету, характеристикам и многим другим параметрам. Тут же можно закинуть нужный товар в корзину, чтобы не забыть купить его на распродаже, или в любой момент прочитать отзывы реальных покупателей, что действительно может быть крайне полезно. Ссылочки с лучшими ценами на смартфоны из ролика на e-каталоге вы найдете в описании под этим видео. Первая игра с раскрытием потенциала нашего героя — это Real Racing 3. Тут аппарат спокойно отрабатывает свою 120-ку. Игралось просто шикарно, как с видеорядом, так и с отзывчивостью проблем не было от слова совсем. А вот CarX Drift Racing 2 и CSR 2, к сожалению, уперлись в свои лимиты, хотя обе на подобных экранах могут гораздо больше и обычно идут без ограничений, но тут снова виноваты программные настройки оболочки Realme, которая и будет в дальнейшем вставлять нам палки в колеса. Last Island of Survival, Life Auto и DBD идут вообще без намека на малейшие запинки. Играется приятно, без фризов, статоров и прочей мишуры. Единственное, омрачает картину лишь программные ограничения по фреймрейту, но тут уже вопрос к разработчикам данных тайтлов. Bright Memory, конечно, немного попыталась нагнуть нашего героя, но даже на ультрах ей это так и не удалось. Просадки, конечно, есть, но, повторюсь, без счетчика вы их уж точно не увидите.
Но Паскаль Вояджер, хоть и требовательная, но в этот раз сдалась совершенно без боя. А вот Шадоуган немного поводалась, опять же подсунула нам бессмертных врагов и попыталась просадить FPS ниже 47+, в очень редких событиях попадаются микрофрезы, но повторюсь, в очень-очень редких играется комфортно. Warface, Modern Combat Versus, Standoff, Critical Ops и Free Fire, к сожалению, снова уперлись в лимиты. Да, FPS и геймплей в целом приятные, просадок нет, отзывчивость отличная, играется все плавно и вообще ни одна игра не вызвала вопросов. Но стоит заметить, что тот же Modern Combat, да и Standoff с Critical Ops спокойно могут идти в 120 Гц и выше. Но тут опять же вмешались странные ограничения оболочки Realme, и от этого нам никуда не деться. Становится обидно, ведь сам смартфон в реальности мог бы куда больше, и уж 100 кадров выдал бы в них спокойно. В Call of Duty можно с легкостью выкрутить все ползунки вправо, и смартфон играючи будет выдавать около 57-60 FPS, даже после продолжительных игровых сессий. Нагибать и нагибаться – одно удовольствие. Для колды смартфон подходит идеально. PUBG доступны все настройки, кроме низких, с 90 FPS. Да, еще одна отсылочка к ограничениям оболочки. Кто хочет максимальный FPS, может смело особо не заморачиваться и выбирать любые настройки, вплоть до максимальных, играть в 60 FPS без просадок. Ну, максимум в редких событиях до 50, но вы их не заметите. Играть так можно, кстати, очень долго. Если же выкрутите все на ультра, смартфон порежет FPS около 40, и снова вы будете особо не напрягаться, FPS будет стабилен. Если
же вообще все выкрутить на максимум, принудительно поставить 90 FPS через приложение, то смартфон тупо упрется в 60 FPS и также будет показывать максимально плавный и комфортный геймплей. Кстати, если через прогу поставить низкий 90 FPS, смартфон все равно не даст больше 60 из-за программных ограничений. Но Fortnite, как всегда, радует просадками, статорами и микрофризами на любых настройках графики. Это Fortnite. Для нее я идеального смартфона так и не нашел. Думаю, 875-й дракон тоже будет не удел. А вот ARK порадовала стабильной тридцаткой. Да, не предел мечтаний, но для ARK это уже круто. И ура, еще одна игра, которая смогла в 120 Гц, это Mortal Kombat. Правда, он, как всегда, спускает нас с небес на землю в Fatality. Там частенько встречаются неплохие просадки и микрофризы, но вот в самом бою FPS крутится от 100 и выше. PS, Mobile Legends и Lineage тоже не расстроили, порадовали хоть и 60, но, можно сказать, стабильными FPS. Игралось комфортно, микропросадки не донимали. Black Desert, как всегда, отличилась своими 45 кадровыми и фирменными лимитами. На Genshin до лимитов на максималках не добрался. Я садил нашего героя в районе 35-40 FPS с редкими микрофризами в замесах, но в целом, можно сказать, все ок. Правда, все же я немного поколдовал с настройками, что-то на максимум, что-то на высокий, и спокойно можно будет выжать от 50 до 60 FPS. А вот GTA снова не поддается Snapdragon'ам, и наш герой, к сожалению, как ни старался, но частенько просаживался до 26 FPS. Обидно, но такая картина и на 865-м драконе, может, чуть-чуть получше.
Ну и конечно же World of Tanks, все настройки на максимум, и в целом мы видим, что нашему герою такая задача нипочем. FPS в целом стабилен, а микрофризы не донимают, играется комфортно на любом виде техники, правда режим 120 FPS снова закрыт. Что ж, дорогие друзья, тест оказался скучен и максимально предсказуем. Realme X3 Super Zoom — это отличный смартфон для игр. Он тянет все, ну практически все на ультра настройках графики. Да и нагрев с тротлингом его особо не напрягает, хотя и присутствует. Но играть можно долго. Единственное, опять же, берет обиды за то, что 120 FPS мы видим лишь в интерфейсе и в парочке игр. Но не исключено, что, например, завтра разрабы из Realme одумаются и поубирают все эти ненужные ограничения. Ведь, как мы сейчас увидели, смартфон может гораздо больше, чем выдает на данный момент. Так что, если вы ищете смартфон для игр, то Realme X3 Super Zoom можно смело рассмотреть. Хотя, опять же, учитывая, что в 120 FPS мы тут, по сути, не поиграем. Но стабильную 60-ку он выдаст, да и запас на будущее тут тоже имеется. Ну а в комментариях под этим видео не забудьте оставить свои предложения, с какими именно смартфонами вы бы хотели видеть сравнение в ближайшем будущем. И, ребят, большущая к вам просьба, если хотите, чтобы я и дальше мог делать подобные тесты, пожалуйста, прокликайте по ссылке на приложение Gamebench. Ссылка будет в описании под этим роликом. Это действительно очень важно. На этом все. Всем спасибо за лайки, подписки и колокольчики. Ну и, конечно же, до новых встреч!